За вылов стерляди ответят перед законом. В ходе профилактического рейда полицейские с поличным поймали жителей Кандинского района. На реке Канда вблизи села Балчары 58-летний мужчина выловил 18 особей стерляди, занесенной в Красную книгу. Для этого он использовал моторную лодку и сети. Сумма причиненного ущерба составила около 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. За незаконную добычу водных биологических ресурсов нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.